Место прикрепления круговой мышцы рта. Место прикрепления круговой мышцы рта кости, это как раз-таки у нас вот эта вот арка купидона, да, где у нас арка купидона между колоннами фитула. Это костное прикрепление. Далее круговая мышца рта у нас с вами имеет две части. Которые горизонтальные волокна, пас лабиалис, губная часть, да, так называем, которая нам формирует с вами объем формы губ. И пас маргиналис, это краевые. Краевая часть, который вытягивает губки как при поцелуе. Зачем нам нужна вот эта данная часть? Эта часть у нас с вами в работе не является опасной зоной, это является зона аккуратной работы. Да? Потому что данная, если мы с вами введем сюда препарат контурной пластики, в виде болюса мы всегда за счет характера работы парс маргиналис мы с вами этот болюс получим на слизистой, всегда обнаружим на слизистой. Это первый момент. Второй момент. Здесь будет заходить губная артерия. Поэтому работая в данной зоне, это зона высокого риска образования гематома.